В этом видео я расскажу про самый ленивый способ посадки чеснока. Это не совсем правильное название, поскольку если вы делаете грядку, вы уже большой труженик. Оригинальность этого способа состоит в том, что мы будем высаживать не зубчики чеснока, а головку целиком. Такой способ не просто легкий, он даже имеет ряд преимуществ. Высадка будет проходить гораздо быстрее. На грядке можно сэкономить много места, когда участок имеет небольшой размер. Урожайность на одинаковой площади посадок будет на порядок выше. Да, головки вырастут немного меньше, чем при классическом способе выращивания, но их будет гораздо больше. Чеснок нужно высаживать в зиму, и перед посадкой обязательно замочить головки чеснока в соляном растворе, растворе марганцовки или бордоской жидкости. Если делаем солевой раствор, то 2 ложки соли разводим на 2 литра воды и замачиваем на 10 минут. На грядке необходимо заранее высадить сидираты, и уже между ними будет высаживаться чеснок. Почву под сидираты нужно готовить заранее. Вносим смесь компоста и древесной золы, после чего обрабатываем почву препаратом Байкал-М1 или фитоспорином. Борозды нужно делать между рядками сидиратов. Конусом делаем углубление на грядке до 10 см. На дно лунки обязательно выкладываем немного компоста, древесной золы и песка. А головку чеснока заглубляем в почву и присыпаем компостом. Уже по весне чеснок дружно взойдет. А в конце июля вы сможете собрать очень хороший урожай. Это отличный способ посадки, при котором трудозатрат гораздо меньше.